Привет, друзья! Вот и наступила наша очередь сделать этот челлендж с кастрюлями. Вот они у нас здесь. Можете посмотреть на них. Вот мы их приготовили. И сейчас мы идем на улицу Вайнера. Это пешеходная улица у нас. Очень людная. Там всегда много народу. Вот. А как дойдем до туда? Наденем наши кастрюли и посмотрим. Посмотрим реакцию людей, как они на нас будут реагировать. Офигеть, самый смелый. Офигеть, какой у меня мандраж вообще. Ну что, кто из нас самый смелый, а, ребята? Конечно же я! Я вообще! Ну давай! Я хочу! Ну давайте! Я чуть-чуть. Давай, самая маленькая, первая. Я чуть-чуть очкую, да. Я чуть-чуть очкую. Ну давай, Андрей. Задевай. Андрей, ты вообще без проблем, вообще. Да. Здорово. Я сейчас, блин, это... Давай, мы пакет. Испаришься. Я сейчас сгорю. Давайте барабанчик. Ну что, пойдем? Да, это новая мода. Новая мода, да. Новая мода хождения в кастрюлях. Сегодня кастрюльный день. Мы идем по улице Вайнера. Екатеринбург. Пешеходная улица, здесь всегда очень много народу. Посудный магазин нашли, а то мы не местные. Посудный магазин? Или вы с дома взяли? Бабам, где твой барабан? На нас особо внимания не обращают. Смотрят и улыбаются. Смотрят, Андрюш. Смотрят и улыбаются. Интересно, как это все смотрится со стороны на мне. Очень мне интересно. Папа, я в кастрюле говорю, я чуть не оглох. Чуть не оглох? Да. Особого внимания вот нету. Люди не смотрят даже на нас. Всем плевать, что мы так ходим. Сзади-то смотрят, но спереди. А, но они не оборачиваются, да. Так, да. Интересно, какие у них мысли вообще? Привет, ребята. Почему Россия не заботится? Почему Россия маленькие красивые? Хорошо, хорошо, спасибо. Сейчас мы погуляем. Распейте вражескую эскадрилью и получите невероятное удовольствие. Ну и как? Какие ощущения? Мандраж прошел? Мандраж, да, прошел. Я сейчас как в каске. Иду как в каске. Вот, и без разницы, в принципе. Хотя не без разницы еще пока что. Смотрят и, наверное, оценивают, все оценивают, что я, почему я иду так, почему мы идем так. Тоже блогер. Привет. Да. Уже узнают, да. Это реально тренд идет. Сегодня у нас план это дойти до конца этой улицы. До конца улицы. До улицы Ленина. Это главная улица, там площадь 5-го года у нас. Это главная площадь, самый центр города. Да. До туда дойдем. И поделимся уже с вами нашими впечатлениями. Привет, ребята! Да, это тренд. Тренд, да. Вдруг нападут сверху, а я уже начал. Да, рекомендую. Хорошо, я подумаю. Хорошо. Андрей,
батарейка такой гуляет, гуляет. Тоже в короне. Девочки спрашивают, а зачем они оделись? Зачем мы оделись? Да, сейчас. Мода. Паренек подошел, говорит, это, говорит, защита от инопланетян, наверное, да, у вас? Да. Да, говорю, сверху я уже защищен от них. Рекомендую. Он обещал подумать. Да, мы шляпочные люди. Нет, мы шляпочные люди. Мы костюмные люди. Ты ела шляпа, да? Как вам наша шляпа? Это была первая часть наша. Мы прогулялись по этой очень людной улице и зашли в торговый центр. Он у нас называется Пассаж. Здесь мы найдем... Это вторая у нас часть. Здесь мы найдем мороженое и купим, поедим мороженого. Пойдем туда. Ага. Как вам наши вообще головные уборы? Отлично, да? Давай выше, наверх. У вас игра такая? Да, это новый тренд. Вам нужно до 5-го этажа подходить. Ну, у нас задание по людным улицам пройти. Да, вот мы уже всю Вайнера прошли. Вот, сейчас мороженое поедим. И еще обратно пойдем. Ну это реально, это очень большой мандраж был. Сейчас уже все как-то спокойно. Лучше было на лифте. Привыкаешь к этим взглядам и уже даже перестаешь обращать внимание на них. Вот что происходит. Большинство людей просто не обращают внимания. Они идут, думают, ну чудики какие-то идут. Наверное, без ума. Мама, да я видел одного деньгу. Он сфотографировал нас. Да? Да, на улице еще. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Давай. Ну, каждый, ну, да, расскажет. Вот, да. Я думаю, что мы с заданием справились. Прошлись по самой людной улице, по улице Вайнера у нас в городе. Сегодня у нас суббота. И очень-очень много народу у нас здесь. Смотрят люди, дают свои комментарии, кто-то обходит стороной, то есть старается не быть с нами близко, а кто-то улыбается, показывают палец вверх. В общем, все, будем заканчивать на сегодня. Все? Класс. Давайте, ладно. Погуляли. Пока. Пока, ребята, пока. Пока-пока. Всё нравится. Мясо взрослый, пока взрослый.